Выборы состоялись. Я считаю, результаты хорошие. В нашем районе уверенно победила партия «Единая Россия». Кандидат в депутаты законодательного собрания Хайруллин Радмир Надирович уверенно обыграл своих оппонентов и вошел в состав законодательного собрания Ульяновской области. Партия «Единая Россия» одержала уверенную победу, заслуженно, более 50% набрала голосов. Я считаю, что это результат долгой работы на территории района.